Русского языка нет, игра пагает ужасно. Зашла на сервер, сразу же убили, даже не поняла, кто, не рекомендую. Калькулятор, свой пизданье об стену. Это исключительно твоя вина. Человек из эры Блязой, то, что у тебя что-то лагает. Игра не рассчитана на то, что ее будут запускать на таком дерьме. А русского и не будет, судя по вашим отзывам. Игра слишком сырая, некоторые карты не оптимизированы и сильно тормозит. Неудобное управление, камера от третьего лица кривая, даже если тебя убили с левой стороны. Все плохо, в общем. Все охуенно. Решать придраться к косякам, которые есть лишь на твоем калькуляторе. Удачи. Соболезную тем, кто застрял в каменном веке и не способен купить себе что-то мощнее калькулятора. Игра плохая тем, что нет других игроков, лагает, а телефон у меня мощный. Камеру вверх и вниз нельзя повернуть, и графика убогая. Долбобина дырявая, с фейка написывается своего хуйнорба. Не стыдно существовать, уебище. Боже, где пятая ночь, бабузьяна? Хуй тебе. Почему я должен платить деньги, если я хочу дальше играть? Потому что за бесплатно могу просто поспать тебя нахуй. Вылетает постоянно, бесит очень. Блять, чтобы у тебя взорвался твой ПКХ-3 Pro.